Всем доброе утро. Это утро начинается с представления нашей команды, которая едет строить новые города в Гаграх. Это Димон, исполнительный директор. Димон. Дядя Миша. Голова нашей компании. Вот, самый умный. И самый красивый. Михаил, а вы что скажете по поводу нового города Гагра? Парк Марин. Мы заехали в Новохонский монастырь специально. Считаем, что на старте необходимо самое позитивное и самое доброе и самое уверенное отношение. Поэтому... 1600 метров береговой линии. Вот здесь будет новый город. Здесь помирятся грузины и абхазы.